По сценарию учений группа преступников на автомобиле совершила нападение на склад, захватила оружие, боеприпасы, взяла в заложники двух сотрудников неведомственной охраны. Выезд автомашины с территории объекта пресечен подразделением антитеррора воинской части. Условных преступников заблокировали в здании одного из складов. От ведения переговоров они отказались и предприняли попытку прорыва с применением огнестрельного оружия, гранат и отвлекающего поджога зданий. 40 минут и машину вместе с ним. В результате проведения боевого мероприятия преступники были нейтрализованы, заложники освобождены. На территории разминировали взрывные устройства и ликвидировали очаг возгорания. Пострадавшим оказана помощь и организована их доставка в медучреждение. Как отмечено в пресс-релизе, учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории Рязанской области. В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, а также Рязанского гарнизона, правительства Рязанской области и Рыбновского муниципального района. Денис Лева, телекомпания «Город».